Насыщенный декабрь волейбольного клуба «Динамо Акбарс» продолжает держать в напряжении всех болельщиков команды. Только-только отгремели страсти матча Лиги чемпионов против французского «Безье», как уже 12 декабря в 17 часов по московскому времени команда Ришата Гелизутдинова примет на своей площадке «Ленинградку». Встреча Лиги чемпионов против француженок получилась непростой, и на протяжении первых полутора партий «Динамо» заставила поволноваться своих болельщиков. Но, сумев грамотно перестроить игру, наша команда одержала важнейшую победу на групповом этапе со счетом 3-1. Честно, такого конкретного разбора не было, но и мы между собой разговаривали. Ну, какой-то недонастрой был. Или, может быть, все равно мандраж. Первая домашняя игра Лиги чемпионов. Так долго раскачивалось, но хорошо, что прям игра перевернулась после середины второй партии. Наладили взаимодействие. У команды было время перевести дыхание и планомерно готовиться к матчу против пчел из северной столицы. Причем готовиться в хорошем настроении. Работаем, готовимся, команда очень хорошая, хорошие игроки. Из года в год у них собирается всегда очень такой добротный состав, дают очень хорошую конкуренцию. Мы сейчас работаем над командными взаимодействиями больше, делали акцент. А я думаю, с завтрашнего дня уже конкретно перейдем к атакующим действиям соперников, разберем их сильные стороны и будем к этому готовиться. На сегодняшний день «Ленинградка» занимает 7-е место в чемпионате страны. Но от команды Александра Кашина ждут явно большего. После неудачи в прошлом сезоне, когда петербурженки не пробились в казанский финал шести, состав претерпел серьезные изменения. В межсезонье команду покинули опытные Гендель, Полякова и Крючкова. На их место пришли чемпионки России разных лет Екатерина Ефимова и Анна Мельникова, поигравшая в Казани, а также Анастасия Пестова, Юлия Кутюкова, Евгения Сикачева, супруга старшего тренера «Динамо Акбарс» Сергея Сикачева, и, конечно же, связующая Лаура Дейкема, которая в прошлом сезоне привела к первому в истории чемпионскому титулу калининградский «Локомотив». Конечно, у них есть основной игрок, от которого как раз собирается вся игра. Несмотря, что у них есть он, пришла связка новая. У нее тоже свой стиль, свое видение. И вот с этим будет, конечно, сложность, потому что по нестандартам она играет. А вот в Кубке России «Ленинградка» сыграет в финале четырех. На правах команды – хозяйки-организатор. Ведь главные матчи турнира пройдут в Санкт-Петербурге в канун Нового года – 27 и 28 декабря. Напомним, что в полуфиналах казанская «Динамо» сыграет с московским, а «Ленинградка» померится силами с калининградским «Локомотивом». Очень думаем, очень ждем. Это первое соревнование в этом сезоне. Мы готовимся к нему так подсознательно, от каждой игры к игре держим в голове кубок. Встреча между казанским «Динамо Акбарс» и ленинградкой из Санкт-Петербурга состоится 12 декабря в 17 часов по московскому времени. А мы будем очень ждать вас на трибунах Центра волейбола.